Алло, здравствуйте. Это вот вас беспокоит Александрова Татьяна Юрьевна, 9В24 Эллинки. Я только что разговаривала с председателем Стенингом. Вот, он сказал, что вам позвонит и, так скажем, сообщит, что разблокирует, что ко мне могут приезжать и выезжать машины технического назначения, доставка продуктов, товаров, также скорая помощь, пожарная и другие, также такси. Пока не звонил? Пока не звонил. А, дело в том, что вот только что, ну, буквально, не знаю, может быть, там 40 минут, час назад я с ним поговорила. Может, переговорить сейчас, может быть, сейчас пока не подходит. Ага. Хорошо, хорошо. Спасибо.